Классно покатались. Ты говоришь, первый раз на борде? У тебя отлично получается. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Особенно позитивно заряженные ребята. Я думаю, что стоит кататься только ради этого общения и ради этих эмоций. Да, отличная компания. Время так незаметно пролетело. Слушай, ты говорила, что любишь походы. У меня дома есть целая коллекция фотографий с разных горных путешествий. Можем как-нибудь с тобой встретиться, посмотрим, вдохновимся на лето. Вдохновимся на лето? Интересно. Я обожаю горы и природные фотографии. Сама бы хотела научиться. Конечно, давай. Классно. Давай обменяемся телефонами? У меня сейчас дела, я побегу, но я обязательно позвоню. Да. До скорой встречи. До встречи. Пока. Прекрасного дня. Спасибо тебе тоже. Да, это кто? Здравствуйте, это курьер. Вы Ксения? Мне для вас назначена доставка. Подождите, я не заказывала ничего, вы ошиблись. Ошибки нет. Попросили доставить заказ специально в ваши руки. От анонимного отправителя. Интересно. Ну хорошо, поднимайтесь, третий этаж. Вы Ксения, верно? Меня просили доставить заказ по этому адресу и вручить вам лично в руки. А кто вы, отправитель? Анонимный отправитель.
и просили передать, что вас любят. И обнимашку. Что? Обнимашки? Кто любит? Я ничего не понимаю. Хорошо. Привет. Я уезжал в командировку на неделю. Сори, что не позвонил. Я был супер занят. Как насчет уютного вечера с просмотром горных фотографий? Надеюсь, тебе еще интересно, и я не упустил такую красотку. Я позвоню тебе вечером. Мотор, продолжаем, давай. Здравствуйте, а вы точно не ошиблись? Вы Ксения, верно? Меня попросили доставить заказ по этому адресу и вручить вам лично в руки. Здравствуйте, а вы точно не ошиблись? Вы Ксения, верно? Я зритель. Ну как бы, ну так, привести его просто. А, несколько раз, типа вот. А вот. Я? Да? Главное нам говорить, что это такое, ну надо несколько раз. Мотор. Простите. Давайте еще раз, я засмотрела. Камеру на тормор взяли. Тишина или... Нет, тишина не надо. А, не надо. Все, давай еще раз. Ага. Место есть, короче. А снимать там окна и уже заорвали. Попробуй, просто попробуй. Да, вот сейчас как-то левую руку держишь, тебе поможет, то есть вот так, да, вот, да. Вот, вот так вот, да. Ну, я... Потому что обычно мы так же не держим, да, вот, да, говорят, да, да, а вот да, так, да, вот так, да, говорят. Да. Дубль какой, уж не помню, я говорю, пятый, это не важно, да, не важно. Тишина. Камера. Чуть-чуть резко получилось и громко. Да. Звук. Идет. По-моему, шикарно, да? Да, идеально. Да.
Здравствуйте, это Ксения, я курьер, у меня посылка от анонимного отправителя. Все сразу решил сократить. Ну обычно... Анонимно. Ну обычно так происходит. Ух, ух, какой фильм мы сейчас сделаем, вам покажем. Вот так вот, такие вот дела. Подписывайтесь на наш канал и любите весь мир. Подписывайтесь на наш канал. Все, давай. Мотор! Пошли! Да, общайтесь, весело, просто идите. Плотнее, да. Странно. Давайте еще раз. Классно покатались. Запись. Отлично снято. Покрытие немножко. Ну давай, говори. Добрый вечер, друзья. Мы сняли фильм, он был классный. У нас еще впереди сцена с роликами, и мы будем снимать ее в неизвестной локации. В общем, что хочу сказать, все классные, все молодцы. А самое главное, знаете, кто молодец? Вот тот человек за кадром, вот она молодец, что все запечатлевает и все снимает. Еду в далекие края. А где Таня? Алло, Таня. А? Вас просили передать, что... Что вас больше не любят. Нужно просто ехать. Медленней. Вот так, да. Во, держи. Отлично. Ты сможешь прямо?